На расширенном заседании Совета депутатской фракции «Единая Россия» в законодательном собрании рассмотрена стратегия развития промышленности Тверской области до 2030 года. Документ определяет основные направления государственной политики по развитию промышленности региона на среднесрочный период. Он был утвержден на заседании областного правительства 10 января текущего года. Цели и задачи стратегии депутатам обозначил министр промышленности и торговли Тверской области Владимир Ильин. Он отметил, что главной целью является вхождение Верхневолжья в пятерку регионов-лидеров ЦФО по объемам производства отраслей обрабатывающей промышленности. При реализации стратегии решено активно использовать кластерный подход. Для инвесторов запланировано создание 6 зон опережающего развития. По мнению депутатов, важнейшим условием успешного достижения целей стратегии является вопрос подготовки кадров для обрабатывающих отраслей. Запланировано создание новых промышленных образовательных центров в Бежецке, Кимрах, Ржеве, Торжке и в Твери. Вместе с тем, ситуация с подготовкой кадров для экономики и социальной сферы региона по-прежнему непростая. И депутаты, те, кто непосредственно связан с промышленным производством, высказали ряд предложений. Необходимо возродить лаборатории, классы, производственную практику, показать современный уровень станочного оборудования, показать современный уровень проектирования, современное понимание решения конструкторско-технологических задач –